Здравствуйте, здравствуйте! Мелбет Первая Лига в эфире. Это 11-й тур Первой Лиги. И открывается он через автозаводское дерби. КамАЗ против Торпедо. Ну, понятно, что к заводу имени Лихачева Торпедо имеет уже достаточно опосредованное значение. Поехали! Максим Перезва дает стартовый свисток. И да, я еще обещал вам прочитать стартовый состав КамАЗа. Я уже говорил про проблемы, которые есть у хозяев. Йорди Рейна. Передача на Лебеденко. Мяч уже в штрафной. Еще один пас. Удар прямо во вратаря. Ух, момент какой-то. Громыко. Простил сейчас КамАЗ. В ту зону, куда мяч направляется, там никого из торпедовцев нет. И ответная быстрая атака. Удар поворотом. Мяч сваливается с ноги. Снова Дамир Таликин. Интенсивность неплохая. И вот здесь какая ошибка. И момент для Енина. Енин не смог пробить. Ух, какой подарок сейчас торпедовцам сделали футболисты КамАЗа. Подарком этим торпед не воспользовалась. И в обратную сторону. Может быть, КамАЗ сейчас доведет эту быструю атаку до штрафной площади. Соперника пас в штрафную. Гол, но там прозвучал свисток до этого. И да. Ну, вот здесь не совсем корректно был выставлен стоп-кадр, но мы видим, что уже к тому моменту Комский забрался в офсайд. И вот здесь есть пространство для контратаки. Какая передача за спины защитника. Момент штрафной. Бабурина. Удар не получается. Это Павел Горелов рвался в штрафную торпедо. И какой момент сейчас был? Аюкин. Здорово обыграли стеночку два футболиста КамАЗа. Аюкин, прострельная передача, точная, самое главное. И удар. Это было опасно. Хороший розыгрыш. С этого сезона возвращение в КамАЗ. КамАЗ идет вперед. Удар в штангу. И еще добивание. И вот так замена нападающих моментально сказывается на игре. Борисенко открывает счет в этой встрече. Александр Гаглоев тоже не смог сдержать эмоций. И вот этот момент. Еще один удар. Попадание мяча в штангу. И Борисенко, который так здорово сориентировался на добивании. И посмотрите, кто оказался впереди на ударной позиции. Это Артем Абрамов. Опускает с Червяков для того, чтобы отыграть сзади. Мяч приходит футболисту КамАЗа, удар поворотом, и нет второго гола. Это Щербатюк. И даже сейчас на лице Руслана можно было прочитать, ну что, опять? И удар поворотом, и добивание. Нет, не случится добивание, потому что первым на мяче оказывается Руслан Аюкин. И вот выход КамАЗа. Здесь может все закончиться вот этой атакой. Ух ты! И еще один шанс будет. Это снова Щербатюк. У него уже была возможность забиться. Здесь была возможность сделать голевую передачу. Не справился ни с тем, ни с другим. Ни с третьим футболист КамАЗа. Но этого хватило. Звучит финальный свисток. И КамАЗ побеждает. Пусть со счетом 1-0. Хотя вот тут был шанс у Щербатюка счет удвоить. Но, тем не менее, 3 очка есть 3 очка. Они не пахнут, и они так важны в турнирной таблице. Теперь у КамАЗа 14 очков. 16 очков, прошу прощения. Всего на 1 очко КамАЗ отстает от торпедов в турнирной таблице.